всем, хай, с вами Кай, и это очередная серия выживания на сервере Raidmine в Майнкрафте. И как вы помните, в предыдущей серии мы с вами собрали этот вот комплект незритой брони и такой вот инвентарь для того, чтобы гриферить игроков на этом сервере. Ну потому что это гриферский сервер. И также, чтобы у вас не было вопросов, почему мы могу летать и всякое такое, у меня есть привилегия спонсор. Это самая дорогая привилегия на этом сервере. Прямо сейчас будем уже начинать гриферить. Телепортируемся. Итак, у нас два спонсора, ё-моё. Кстати, одного из них можно вполне убить. А, ребята, нет. В этом регионе запрещено ПВП, к сожалению. Депортируемся дальше. Ой-ой-ой, тут у нас очень много игроков разных. Это вполне опасно, ё-моё. А там есть человек с очень классным мечом и совершенно без брони. Так. А, ну в этом регионе тоже нет ПВП, к сожалению. Так, следующий человек у нас вот с такими вот вещами. Его тоже вполне можно попробовать убить. Главное только, чтобы у него было включено ПВП в регионе. Так, ребята, он... уже около нас совсем близко. Так, 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 так. Главное, не спалиться. Так, ребята, смотрите. Я уже прямо около него, но... блин, как туда попасть? Там что-то поджигают, ё-моё. Мне кажется, что меня уже заметили. Но... быстрее, 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 быстрее. А, ребят, нет. Вряд ли, все, ладно. Я ухожу. А вот следующий игрок с топором на FX 3 и какой-то плюшевый зомби, серьезно. Ну да ладно. Так, пытаемся его тоже убить. Если его не получится, но это будет полнейшая жесть. Так, ребята, аккуратно, я... уже около него. Постики главное только не спалиться. И он где-то под землей, ребята. Он где-то под землей. И это плохо. Как бы мне его достать? Ребята, я могу шуметь, потому что он стоит АФК. Так, пока он АФК, я могу пробовать телепортироваться к нему хорусом. Да, ребята, получилось. Есть. Все. Теперь нужно уходить. Теперь нужно отсюда уходить. Есть, все, отлично, получилось. Телепортируемся домой. Так, а что у него было? Розовый нагрудник. Ага, спасибо. Лук на силу 2 неплохо. Топор эффективность 3 и плюшевый зомби. Декорация. Угу. Я так понимаю, что его можно будет очень так неплохо продать. Ну, я на это просто надеюсь. Слушайте, может мне его лучше себе оставить, а? Буду видео с ним записывать. Ну, пока что я его точно положу в этот сундук. Все, вещи все положил. Продолжаем гриферить. Так, следующий осталось 3 человека. И у одного из них есть железная броня, ее можно будет тоже продать, поэтому давайте его убьем. Так, я уже почти около него. И он у нас где-то в доме, да? А вот он, нет, он даже не в доме. Готов. Я ему даже все это выложу, потому что мне нужно только железка. Все, остальное оставляю себе. Теперь, ребята, значит, какой-то спонсор, которого тоже можно убить. Есть. Тоже готов. Теперь нужно забрать все эти вещи быстрее. Все, тут уже какой-то мусор, поэтому я просто ухожу. По-быстрому телепортируемся домой, и я в безопасности. Вполне себе с такими неплохими вещами. Так, я тут насобирал себе еще вот таких вот цветочков, или что-то, я даже не знаю. Ну, вот таких вот. И я думаю поставить их где-нибудь здесь. Или здесь, даже не знаю. Здравствуйте. Отлично просто. Так, на цветочки я посажу вот здесь вот. Ну все, выглядит вполне неплохо. Так, я на аукционе увидел зелье, а у меня их очень даже мало, поэтому надо бы их купить. Куплю, наверное, 2 вот таких вот зелья силы. И все на этом. Хотя нет, я хочу еще купить зелье скорости 2, тоже 2 штуки. Все, готово. Теперь отлично. Пока что я буду тратить эти, а эти пока положу в сундук. Так, а следующие люди, которых мы будем гриферить, это такой вот человек с эффективностью 4 и такой вот человек с броней неплохой. Погнали сначала на этого. Потому что лазан кирка мне нравится больше. Погнали. Так, и они, походу, под водой. Ладно, идем искать других. Так, ребята, вот наш следующий игрок. Попытаемся убить. Здравствуйте. Ребята, у него очень сильное оружие. И нужно быть очень крутым. Так, ребята, дело плохо, дело очень плохо. Дело просто ужасно. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Все под контролем. Все под контролем. Ребята, я умер. К сожалению, опять. Ну, ничего страшного, такое бывает. Все-таки в PvP мне надо еще попрактиковаться немного. Но, как говорится, век живи, век учись, поэтому ничего страшного. Ну и на этом серия будет заканчиваться. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и всем пока.